Всем поздрасте. Для меня это что-то удивительное. Майский мед. Полон магазин. Вот то, что забрал уже. Единственное, конечно, здесь матки нету. Убрал матку. Они мне выводят. Там сейчас 6 маточников оставил. Через 3 дня нужно будет бегуди на них ставить. И значит, они без расплода тянут мед. Полный магазин вообще. Обалдеть. Я не ожидал такого. Я взял уже у них, попробовал рамочку. Я такого, конечно, не пробовал у себя. У меня с главного взятка темный, это светлый, тоже ароматный. Совсем другой. Вот, что значит слушать правильных людей. Я вот, например, постоянно смотрю канал Медоведения. Всегда спрашиваю у Александра советы. Благодаря его советам замечательно перезимовали. И вот майский мед, невзирая на то, что какая весна была, с похолоданием на 10 дней, с ужасным похолоданием, выпадом снега в мае. Вот, но все равно почему-то все одновременно зацвело. И они вот натаскали. Думал, возьму 2-3 рамочки. Как бы немножечко перекину, освобожу здесь магазин, чтобы лучше добираться до маточников, которые там, вот она стоит, светлая. Это, с маточниками рамочка. Ну, удивительно, вот снимаю 10 или 11 здесь, по-моему. По-моему, все полные. И это что-то. А вот семья с маткой. В принципе, магазины полные. Вот чуть-чуть. Тут полностью взял. Один магазин вот остался. Вот такой незапечатанный. У первого. А здесь вот незапечатанные магазины, но полные. Значит, с первого улья на второй сейчас наверх поставлю и дам еще вощинки. Пускай тягают, может, что натягают. Вот разница. Нету матки, сразу пчелы на мед работают лучше. Но будет проседать, значит, на главный взяток бы вытянуть. Это у меня семирамочник с магазином на рутовскую рамку. Тоже полны магазины, но нету печатки. Здесь еще я испугался, что они начали вниз. У меня это длинный улей, видите какой. С дном очень высоким. И они от тесноты начали от рамки. Там додановские рамки стоят, вниз оттягивать. И поэтому я их без ганимановской решетки поставил, вот этот магазин. И здесь чуть-чуть расплода есть. В этом магазине есть немножечко расплод, уже выходит. Ну что, поставлю сейчас магазинчик еще один, рутовскую рамочку. Может, чуть-чуть натаскают.